Певец Юркис, настоящее имя Юрий Киселев, в Дубае весело провел время в компании тиктокера Дани Милохина и рэпера Моргенштерна. Об этом рассказало издание Super.ru в своем телеграм-канале. Алена Жигалова опубликовала в сети видео, снятое в Дубае. На кадрах можно видеть, как Дани Милохин и рэпер Моргенштерн лихо отплясывают на концерте Джонни под песню «Комета». При этом российские исполнители не стеснялись подпевать ему. Сзади тиктокера и рэпера можно увидеть Юркиса. При этом непонятно, был ли он на концерте в составе их компании или же просто так совпало, что в зале они оказались рядом. Жигалова, комментируя поведение Дани Милохина и Моргенштерна, пришла к выводу, что они соскучились по родине. Журналистка считает, что в России они непременно осознают, что были неправы и откажутся от всего, что наговорили. Надо их вернуть уже обратно, чтобы они одумались. «Ребята-то хорошие», цитирует ее газета «Ру».